В день танкиста на бронеавтомобиль «Волот» пересел мэр Минска. Броневик был украшен символикой компании, которая организует мероприятие в честь праздника в Парке Победы. Андрей Шорец вместе с собой усадил на переднее сиденье дочку, и от здания мэрии по проспекту Независимости они отправились на открытие Минского полумарафона, а затем к музею Великой Отечественной войны. Бронеавтомобиль «Волот» производит Минский завод колесных тягачей. Такая техника используется силами спецоперации. Новейшая разработка Госкомвоенпрома будет задействована на совместном стратегическом белорусско-российском учении «Запад-2017», который пройдет с 14 по 20 сентября. О тактико-технических характеристиках броневика и его возможностях расскажут наши журналисты уже в 9 вечера в главном эфире.